Приветствую! Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк. В Samsung можно включить автооптимизацию, то есть она за вас просканирует от вируса, очистит память от мусора и закроет фоновые приложения. Заходим в настройки, чтобы это включить. Использование устройства и родительских... Ой, извините, это не это. Обслуживание устройства, да. И у нас что? Мы можем сами оптимизировать, но есть дополнительное обслуживание, автооптимизация. Перезагрузка при необходимости отключена. Так, функция обслуживания устройства автоматически выполняет оптимизацию для обеспечения стабильной работы планшета. Оптимизация включает закрытие фоновых приложений и очистка памяти. Перезагрузка при необходимости, автоматическая перезагрузка планшета для обеспечения оптимального состояния. Автоматическая перезагрузка выполняется только если планшет не используется. После перезагрузки планшета необходимо разблокировать его, чтобы получать уведомления и оповещения от некоторых приложений и видеть имена вызывающих абонентов. Я включаю и все. Когда мой планшет или телефон ваш заблокирован, она автоматически оптимизацию делает и закрывает фоновые приложения и очищает от мусоров. Ставьте лайк, подпишитесь.